И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на острове и все так же по следам первопроходцев. Короче, что произошло? Я уже не помню. Я там что-то лазил по пещерам, нашел вот такую вот штуку. Прикольный кислородный баллон на 423 прочности. Это еще в 10 раз больше, чем обычный. Легендарный. Причем классный, короче. Во-вторых... Да. Короче, кожа вот это вот у меня, вот это вот сталь и вот это волокно. Откуда она взялась? Не сталь, а железо. Откуда взялось? Я взял, переработал все свои седла, которые у меня были здесь. Они мне нафиг все равно не нужны. Скоро уже остров закончится, и они мне точно уже нафиг не нужны. Кстати, здесь у меня просто лишние артефакты лежат. Здесь я всех по три собрал. Я надеюсь, что мне больше не понадобится. Единственное, что может вот это вот понадобится что-то, но это уже потом. Так вот. Я решил все переработать и просто раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь с копейками. Тысяч кожи. Это, если что, два седла. Почти волокна тоже на два седла почти. Вкратце. Я лутал ресурсы кожу. Волокно я лутал просто дерево, перерабатывал в солому, а солома в волокно. И на 15 сёдел у меня ушло очень-очень дофига ресурсов. Да, у меня часть был, но я задолбался лутать. Вот примерно столько вы видите, сколько это нужно было. Я задолбался все это дело лутать, это учитывая вот эти что? Вот это он учитывает при наличии вот этого. А вы еще спрашиваете, почему стримов нету? Ну как? Ну как? 5 часов стрима о том, как я лутаю ресурсы, просто бегаю, убиваю всех. Ну камон, кому это интересно? Даже мне не интересно было, поэтому я делал это в несколько заходов. Зато Саблезубик прям так не кисло прокачался. И близится уже к максимальному левелу. Но сегодня мы пойдем. Да, это все мои рексики. Да, сегодня пойдем за параматерию. Посмотрим, короче, что там вообще нужно. Так, давай, красный обелиск вроде. Или красный для дракона. Слушай, я не помню. Че глянем. Ой, синяя жопа. Фиомия. Нилка сразу. Да, это дракон. Они пошли-ка. Слышь! Ну, мать вашу! Вот наносишь урон по 0. На что ты тварь рассчитываешь? Ладно, ты это не видишь. Что ты по 0 наносишь? Ну блин! Нападать на. Ай, ладно. Жопу вас всех. Так. Вот сюда мне надо. Где? Я потерялся, во. Так. Что мне нужно? Мудрость, охота и целостность. Окей. Здесь сколько тергентавец, сарказух. Ага, ну это у меня все должно быть, но не в таком количестве. Аргентавец, понятно, дело сарказух может быть и этот... Ну, короче, понятно. Артефакт мудрость, охотник и целостность. Погнали на базу. На удивление, у меня оказалось абсолютно все, что мне нужно. Единственное, только нужно было трех сарка побегать, поискать. Двух я нашел сразу, а вот с третьим что-то... Да, четверть карты пришлось пробегать по болотам. Ну, нашел, и слава богу. Так, погнали. Да, как я уже говорил, я буду на свинюшке. Да, на пумбе. Да, Пумба, все нормально. Ой, блинский. Я даже не представляю, как я сейчас буду их всех телепортировать. Но попробуем. Вдруг получится. Главное, это пёхнуть сразу же куда нужно. Так, и давай вот сразу так сядем, чтобы потом не искать среди толпы. Должны были тпхнуться абсолютно все. Но сейчас проверим. Все равно хочу до дома сбегать. Проверить все артефакты.
Кстати, спину забыл выложить. Так, 10, а здесь 5. Все правильно, да. Нужно будет еще по артефактам. Притарабанить это сейчас сгоняем. Заодно проверим, все ли тпхнули сюда или же нет. Так, тпхнулись все. Я положил еще один комплект артефактов. И что? Ну, во-первых, мне нужно будет поставить их всех на... Атаковать мою цель? Пожалуй, не понял. Ага. А, на 5 у меня пассивка. А на F7 у меня атаковать эту цель. Окей. Ну что, погнали. Честно, я ни разу не помню, чтобы я кого-то что-то сам вызывал, но... 30 секунд. Кстати, 30 секунд. Раньше тоже было 30 секунд или все-таки было 20 секунд? Интересно. Но, кстати, смотрел один видос, и там сказали, смотрите вниз, если у вас слабый ПК, типа, смотрите вниз, и так будет все прогружаться намного лучше в этом плане. Окей, давай проверим. Даже паузу ставить не будем, посмотрим. Ух ты, классно, мать твою за ногу! Такс. Братва! Мочи ее! Даже не сомневался. Честно, не сомневался. Они у меня слишком жесткие и мощные, чтобы так было. Поэтому я, собственно, и подготовился сразу к трем. Я сразу же к трем подготовился, потому что... Да. Во-первых, седла у них жесткие. Блин, я не посмотрел, кто вальнул. Мне теперь придется искать в ком лут. А я как-нибудь это... Как вам сказать это? Отойдите отсюда. Так, секунду. Да фиг его знает. Была какая-то команда, если не ошибаюсь. Это типа... все сюда и так далее. Но черт его знает. Не помню! Не помню. Эй, я... Ну и пошла ты. Я даже сейчас не могу заглянуть туда. Зато все разлетелись кто куда. Ай, да. О, полетели обратно. С жопами своими толстыми меня затоптали. Ладно, сейчас поищем в ком. А хотите прикол? А, вот, элемент нашел. Искал, сейчас искал, хотел уже сказал, хотите прикол, никого нету. А он почему-то у меня. А, прикол. Сейчас, по ходу дела, дропается в инвентарь, что ли, весь дроп. Блин, это удобно, если честно. Ну, блин, я сейчас 5 минут здесь ползал под ними и искал, где. А вот элемент, голова и флаг. Не уж. Ну что, погнали еще. Текс, сейчас бы добраться вот только. Да, ну, пустите, мне только спросить. Да, мне только спросить. Добрался наконец-то. Кстати, да, могу теперь тег репликатор делать. И вызываем это. Еще раз, я играю на локалке. Это во-первых. Во-вторых, у меня прокачанные Дино. В-третьих, у меня на них офигенные седла, вы сами видели. Ну и в-четвертых, поэтому я, собственно, Ютеранус это и не томил, потому что я был уверен в них. Единственное, что из-за чего я хотел Ютеранус потомить, это из-за брони. Защиту, которую он дает. Седла на 270 брони, в жопу не нужны эти... Ой! Ой, блин. Ой, вот это я сейчас бы это... Благо, эта фигня появляется, типа такой, да ты уверен, что ты не дебил? И такой, ой, я не уверен. Ну что, погнали. Угнали, братва, мучить всех будем. Так, давай-ка вниз смотреть. Да, мочить пора, матерь. Мать ее за нога, да, сада. Сраная паучиха, я тебя сейчас... Мордо.
Эй, вот это было сейчас неинтересно. Дура, что ли? А где ты там? Нети! Ой, простите. Ну, теперь тебе кранты. Отлично. Эй, ты куда побежал? Молодец. Ну, я могу вас похилять, конечно, но вам это нужно? Кстати, да. Оп. Что-то... Вот, элемент сразу скидывается. Огонь. Огонь, огнивище, огнивишное. Да, я их всех сейчас похилял. Поэтому, собственно, в инвентарь, видать, какой-то, может, баг был, либо еще что-то. Да, я их всех похилял. Я их всех похилял. Нужно им это было или нет? Но раз у меня Диадонг сразу так проголодался, то значит, это им было точно нужно. Сейчас они фульные. Классно. Так, погнали сейчас до третьего. Ну, в смысле, артефакта возьмем. Кстати, можно здесь что-нибудь заюзать? Не, нельзя, нельзя. Ну и ладно. А, что еще хочу попробовать? Так, нельзя использовать здесь. О, да ладно! О, говно, пофиксили! Блин, а я так хотел в соло их замочить. Ну и пошли в жопу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я застрял. Я застрял, прыгай. О, выпал. Сейчас расскажу про что я хотел сделать. Я посмотрел видос, где просто в двух, ну реально, просто взяли с дробовиков и завалили параматерь. Ой, сорян. Так вот, я захотел так же сделать, тем более мне дробовик выпал такой мощный, жесткий, ну, 800. Не-не-не-не, стой там. Блин, случайно нажал, я хотел релоуд нажать. Вот. Я думал, блин, вот, будет круто, но нет. Ну, сами видите, они все уже пофиксили это и, ну не судьба. Ну и ладно, меньше шансов сдохнуть. Честно, я думал, что я сдохну. Ну, не, все нормас. Я жив! Буду, пока будут мои чуваки спасать мою задницу. Так. Зеленый терминал. И будем бить паучиху. Да, самое смешное, вот когда ты вот имеешь таких жестких динусов, ну, камон, у них по 8 тысяч, уже по 8,5 тысяч, они же прокачиваются потихоньку, урона и привязка. У них дамаги просто обязаны быть жесткими и сильными. Камон. Яичко хочу подобрать. Жачку-то с собой не беру, так хотя бы они яйца сносят и на том хорошо. Оп! Оп-оп-оп. Ну, классно. Ну, понеслась. Так. Где ты, мой Коба? Коба. Я застрял. Давай хоть на тебя залезу. Что-то телефон звонит. Вот сейчас бы мне вот звонить. Ага. Я его на беззвучку, конечно, поставил, но, блин. Он мне просто перед записью звонил. О, давай так вниз. На всякий случай. Иди в жопу! Овца, страшно. А, вот ты где, мой кабанчик. А, классно. Живем, теперь можем выпендриваться. Так. В атаку! Вот на эту овцу. Ух ты, нифига себе, она неплохо дамажит. Но опять-таки же, как я уже сказал, они классные у меня. Камон, а 6 тысяч дамажит. А я могу вот так пока что похавать. Yep. А, кстати, да, базовый корм жрется, это просто вот это. И он, кстати, самый клевый для Диадонга. Оп, оп, оп. 244. О, 224. Классно, классно. Классно, замечательно. Мне это нравится. А, я не представляю, что будет с драконом. Ну, он летает и вызывает диморфодонов. Собственно, такая-то жопочка, чутка жопошна. Блин, нельзя здесь использовать. Так обидно, так обидно.
Они просто, короче, суть в чем, они кругом прицепились наверх, поднялись и давай, короче, снизу, сверху вниз, на тебе. Блин, мне это прикольнуло, честно, мне эта идея понравилась. Жаль, больше реализовать ее нельзя. Ей, братва! Блин, а как мне теперь вас на базу-то отправить? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! У меня аж радиус телепорта-то здесь говно. Ну ладно. Кого зацеплю, того зацеплю. Щетка телепорта. Мне надо было чуть подальше зайти. Побольше бы зацепил. Вот такие вот дела. Да, серия коротенькая, но... Да, завершающие серии они такие. Вот. Вот эти вот ребятушки, ребятушки. И смогли сделать дело. В целом, конечно, посмотрим, что будет с этим. С обезьяной я знаю, там вообще все изи будет. Там как бы ни проблема, ни беда. А вот что будет с драконом, это уже дело такое. Как говорится, время покажет. Ну, как время, следующие, точнее, через серию следующая будет с этим. С обезьянкой. Вот след после нее будет с драконом. И вроде бы все. Остается только так пещера. Три раза. Ужасно. Вот так пещеру я очкую сильнее. Я там ни разу не был, я даже ни разу не видел, что где как. Только видосики так мимолетом смотрел. Все. Пройдем. Остров. Скоро. Полностью. А на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра. Всем пока.